Большой новый перинатальный центр, в котором так нуждаются жители Башкирии, появится в республике уже этой осенью. Об этом глава Башкирии Рустем Хамитов сообщил сегодня на встрече с президентом Путиным. Если брать показатели с начала этого года, то, как сказал Хамитов, младенческая смертность снижается. Еще одна тема – уборочная. В регионе уже приступили к сбору урожая. Здесь тоже хорошие цифры, начали расти и зарплаты. Одна из проблем, которые находятся в стадии решения – это строительство жилья. И тут тоже есть положительная динамика. По оценкам властей республики, очереди на квартиры можно будет существенно снизить за 5-7 лет. Мы поставили задачу по работе над уменьшением и даже ликвидацией очереди на жилье. Мы проанализировали эту ситуацию. Нам надо почти 90 тысяч семей очереди обеспечить жильем. Большая программа, не дешевая, но решаемая. И мы сегодня уже видим контуры того, как это сделать, реализовать. Будем строить и арендное жилье, и у нас очень активно идет программа жилищно-строительных сбережений. Вы предыдущие годы сколько строили? Мы строим 2 миллиона 700. Мы пятые в Российской Федерации по объему строительства жилья. Пятое место в России занимаем. 2 миллиона 700, да? Да, мы строим. Я уже добавил еще 500 миллионов. Нам надо еще 500 миллионов добавлять. К этим 2 700 еще надо 500 добавить, и чтобы мы строили 3200, 3300, но вот в течение 5-7 лет, в принципе, существенно можно снизить очередность на жилье.